Завершился у нас пятый тур объединенной лиги АФЛ-КФЛ Краснодар 8-8. Футбольный клуб Лестер выиграл у футбольного клуба Космос со счетом 6-3. И у нас Влад Ковельских. Привозной. Влад Ковельских, вот, по... здесь партнеры по команде подсказывают, что привозной, но на самом деле очень хорошая игра, с победой вас. И расскажите, как так, почему с такой игрой вы идете в середине турнирной таблицы и вот до сегодняшней встречи на пятом месте? Чем обусловлено? Честно, не знаю, рвемся вперед. Спасибо Космосу за реванш, за хорошую игру. Космос очень сильная команда. Было приятно с ними поиграть. У ребят не, что-то не получилось. У нас получилось больше, поэтому мы выиграли. Всем спасибо, все свободны. Очень-очень здорово действовали. Ну а вот с чем связано? Почему в прошлой игре вот так, в этой вот так, в следующей? Что нам ждать от вас? В прошлой игре у Алика Мартиросяна было плохое настроение, поэтому не получилось многого сделать. Как бы. Сегодня Богдан Лысак пришел в хорошем настроении. То есть у вас все зависит вот от двух людей? Ну, от трех, да. От трех? Кто третий? Заркисов Завен. Хорошо, спасибо большое, вас с победой. Любите футбол. Всем футбол, всем пиво. Давай вместе. Раз, два, три. Всем футбол, всем пиво. Отлично. С победой.